Ты уже давно заслужил это. Убийца. Эй, Люль? Что ты делаешь? Эй, Люль, да? Эй, Люль. Та девочка, семью которой ты убил, но ее на глазах. Эта девочка выросла, Осман. Эта девочка пришла, чтобы лишить тебя жизни, Осман. Не надо! Нет! Не надо! Нет, не надо! Я годами ждала этого момента. Не надо! Когда-то ты убил мою сестру. Теперь настала твоя очередь. Элю, не надо! Твоя очередь. Настала твоя очередь! Нет! Доброе утро, господин Усман. Доброе утро. Я положу. Ну что ты, мама Зухра, ты садись, я положу. Почему никто не сидит за столом? К тому же у нас есть гость. Я так и не научил вас тому, как надо завтракать. Где Джунейд? Он не приехал вечером. Видимо, он с друзьями куда-то поехал. А Мехмед Кемаль ушел рано утром. Забудь ты этого Мехмед Кемаля. Не хочу твою бродягу некоторое время видеть. Нет, ну а Джунейд что, не предупредил, что ли? У меня телефон очень негромкий, может быть, я бы не услышала. Доброе утро. Доброе утро, доченька, проходи, присаживайся. Доброе утро. Ну что, ты смогла нормально выспаться, Эйлюль? О, даже очень. Я словно спала у себя дома. Такие прекрасные сны видела. Ох, как хорошо. Говорят, первый сон, который ты увидишь в новом месте, сбудется. А, вот как. Очень надеюсь. Я тоже. Надеюсь, сбудется твой сон. А Джунейд, кажется, еще не проснулся? Джунейд с утра вышел. Я пойду Назиру, проведаю, чтобы она принесла бурек, пока он не остыл. Через 15 дней, Закси, ты будешь сидеть рядом со мной или нет? Я жду твоего решения. Увидимся через 15 дней. Боже, что же я теперь буду делать? Пожалуйста, подскажи мне решение. Прошу. Фарида, ты знаешь, где сейчас Джунейд? Вы же вчера вечером были вместе. Что случилось? Что не так? Мама Зухра. Джунейд. Джунейд из-за меня не вернулся домой. Мама Зухра. Пожалуйста, подскажи, как выйти из этого положения? Ладно, не плачь. Прошу меня простить, но мне срочно нужно ехать в офис. Что-то серьезное? Для одного из проектов я просила несколько документов, они приехали, мне нужно срочно их просмотреть. Мне нравится твоя целеустремленность, молодец. Спасибо огромное. Кстати, хочу поблагодарить вас за ваше гостеприимство. Ну что ты, мы всегда тебе рады. А, кстати, мы разговаривали с охранным агентством. Сегодня в твою квартиру поставят сигнализацию. Теперь ты сможешь жить спокойно. Вы очень заботливы, господин Осман. Я пойду попрощаюсь с мамой Зухрой, хорошо? Конечно. Ну? Джунейд в течение 15 дней ждет от тебя ответа. Мама Зухра. И что же мне теперь делать? Я не знаю.
Если ты скажешь «да», дядя Усман все перевернет вверх дном. Но если ты скажешь «нет», то Джунейд... Боже мой. Честно, даже я не знаю, что делать. Извините, я могу войти? Да, конечно, доченька, проходи. Перед тем, как поехать в офис, я хотела поблагодарить вас. Ну что ты, мы всегда тебе рады. Спасибо. Фарида, все нормально? Нормально. По глазам, конечно, не скажешь, но... Ладно, поверю. Да нет, у нее просто аллергия. На ней много макияжа, поэтому глаза покраснели. Тогда я провожу вас до двери. Нет, не утруждайтесь, я сама дойду. Ну, ладно. Увидимся. Почему твои голубые глазки стали такими грустными? Что случилось? Ты думаешь о Джунейде, а? Любовь. Почему она такая сложная, сестра? Это чтобы ее ценили, моя дорогая. Иначе каждый запросто бы влюблялся. Фарида. В каждом сердце есть одно место. И это место ждет своего хозяина. И пока не появится этот хозяин, оно будет мучиться. Ты еще маленькая. Поймешь это. Сестра Назира. Я всю ночь думала. Я больше не буду это продолжать. Я скажу Джунейду нет. Не делай так, моя голубоглазая. Тогда ты потеряешь Джунейда навеки. Подумай же, еще раз подумай. Подумаю, что это изменит сестра. Думаешь, завтра Усман Кузан меня полюбит больше? Да я завтра останусь той же Фаридой. Той Фаридой, которую он не считает достойной Джунейда. Фарида. Он уже давно ослеп. Его сердце забыло слово «любовь». Поэтому он не видит твою любовь к Джунейду, понимаешь, не видит. Вот видишь? Нет выхода из этой проблемы. С каждым днем я все больше путаюсь в этих улицах. Я устала, сестра. Ну, нельзя сказать, что ты устала. Не так просто найти любовь. 100 раз спросишь у сердца, не получилось, 1 000 000 раз спросишь. Фарида, ты обязана это сделать. И ради себя, и ради любимого. Но, никакого но. У тебя целых 15 дней. Хорошенько подумай. Прими решение такое, чтобы и тебе было хорошо, и твоему любимому Джунейду, хорошо? Хорошо.